Так это же... Вы в курсе, что это лютая имбаща будет? Вау, катка на YouTube. Ну-ка вспомним, помнят ли руки, помнят ли, как это все делается. Здоровый YouTube. Наги, это безусловно лютейшая имба, которую сегодня, кстати, будут нерфить. Но вот какую имбу точно не занерфит, это имба Energy. Что ты сейчас сказал? А знаешь почему? Потому что они отдают целую пачку крем-соды, а это на минутку 4,5 литра энергоса бесплатно. Вот с этого момента попадаю. Хочешь узнать как? Тогда слушай до конца. Если вдруг ты все еще в танке, то Imba Energy — это первый в России и СНГ сухой быстрорастворимый энергетик для геймеров. Чтобы облегчить вам выбор, на сайте появились рекомендации фаворитов от блогеров. Я там, кстати, тоже есть. Ну а я сам жду сочные вкусы нюка-колы и мои влажные мечты. Это, конечно же, клубника-банан. Попробуем! Крем-сода! Если когда-нибудь пробовали такое сливочное мороженое, действительно хорошее, вот это вот подтаявшее сливочное мороженое, смешанное с карамелью, и есть это самое крем-сода. Сладенько, но не так, чтобы зубы сводило. Барбарис! Первое, что приходит на ум, это вкус детства. Помните эти вот конфетки барбариски? Это оно! Сочный, сладкий, но не притертый вкус. И опа, арбуз-дыня. Сейчас конец мая, для лета идеально, просто офигительно. Газированный арбузно-дынный сок, но без мякоти. Вкусное оставили, ненужное убрали. Есть лайфхак! Если вы не решались попробовать имбу, то специально для вас на сайте есть стартер-паки. Можно попробовать сразу несколько вкусов и решить для себя, какой брать наверняка. Вы, конечно же, заценили мой обалденный мега-шейкер. Да, имба совместно с известными блогерами сделали эксклюзивные шейкеры. Это мой настоящий имба. А также недавно выпустили новые аниме-шейкеры. Ну а для тех, кто хочет попробовать энергетик уже сегодня, имба доступна на полках 23 магазинов настольных игр и крутых подарков МОС Игра. Итак, ребятки, для вас я выбил уникальное предложение. При покупке от 1990 рублей вы получите пачку крем-соды совершенно бесплатно. Пачки 15 порций. Это 4,5 литра энергоса на халяву. Просто воспользуйтесь моим промокодом и забирайте один из топовых вкусов. Я напомню вам, если вы вдруг забыли, ссылочка в описании. Бегом заряжаться! Знаешь, где твои усы еще лучше смотрелись бы? На мне. На какой части тела? Или в смысле, на тебе это как? Так, мы сейчас сражались с Юдорой. У нее наги такие себе подпивасные. Я беру монетку, кидаю. Мне кажется, ли это триплет? Беру вот эту вот штуку. Я не знаю, имеет ли смысл оставлять. Ладно, смотрите, имеет смысл, если я возьму и потом из этого сделаю нагу с четвертой таверны, да, которая спылы дает, или это нага с третьей таверны спылы дает? Нага, которая спылы дает, она из третьей таверны. О-о-о, вообще замечательно. Не надо? Думаете, не надо? Ладно, сейчас посмотрим, какие существа. Конечно, нельзя брать. Почему я заинтересован в твоем... Нельзя брать? Хорошо, я запомнил. Блин, а почему никто наг не собирает? В смысле? Я уезжал. Наги мне говорили каждый стрим, что наги имба и наги надо нерфить и все такое. Почему никто не собирает наг? Я бы своровал у них. Алло. Где мои наги? Где мои наги? Какие мурлоки, братан? В смысле? Вообще-то, этот триплет слишком медленно. Мне кажется, ты не разбираешься.
ты не разбираешься в этом мире. Но обидно то, что никто не собирает наг, и эти наги без дела стоят. Так бы я сейчас просто усилялся люто уже. А Шара в лобби, нефиг с ней бодаться, она быстрее найдет наг. Так мне бы с нагой, ой, со Шарой тогда и пободаться, чтобы у нее и повыровать наг. Минус 3, 1 и монетка. Ну ладно, давай. Ну ладно, плюс монетка тогда. Слабовато, если честно. Слабовато, подпивасная слабо. Ну, эту мы возьмем. Вот это было бы грустно брать. Ну ладно, давай возьмем, потому что у меня выхода особо нету. Чтобы хоть как-то начинать усиляться. Глубоко под водой в кетчуп превращаюсь. Мне кажется, я еще и до воды в кетчуп превращаюсь, братан. Так, ну триплет наги. Окей. Но она лапнулась четверку, она сейчас с пятерки будет искать триплет, обалдеть. Гений на юдоре получает. Блин, обидно, что я со Шарой не встречаюсь вообще. Никто на нагах не катает. Никто, а кто катает у тех все, блин. Где наги двоечки-то? Где наги двоечки? Где наги двоечки? Наг двоечек нету. Я сейчас ворую, конечно, у Ашара все. Говорят, мужчины, которые смотрят аниме, в среднем на 10% умнее, чем их парни. Вот такой вот интересный факт дня у нас сегодня. Ну вот, наконец-то! 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 Наги! Наконец-то то, что мне и нужно было. Теперь главное, чтобы на все это хватило денег. Ой, сейчас больно будет. Ой, пятнарик. Ну все, после этого не проигрываю, да? Логично? Теперь не проигрываем. Берем, продаем, продаем, продаем. Берем, продаем. Берем. Берем, берем, берем. Берем, берем. Выставляем. Так, теперь триплет это как заклинание. Лерой Дженкинс как завершалочка. И еще одну штуку, которая будет давать нам дополнительное заклинание. Блин, по-хорошему бы. По-хорошему. Нам бы отказаться от него, пока она не начала сильно бафаться. Но тогда заклинаний будет мало. Тогда будет мало заклинаний. Ладно, давай сделаем как. Смотрите, а это бафает всех, когда вот эти вот... Это бафает, да? Окей. Так, ну вечный бабл даем ей. Урона на бабл насыпаем. Хорошо, раз бафает, то хорошо. Я, наверное, Лероем буду закрываться только когда... Будет необходимость какая-то. Ух, как прошел пробаф-то. Пошел пробаф. 100% победа. И еще и смотритель арабов, оргазмов. Еще и триплет. Но выглядит все супер балдежно. Все. Один раз встретился со Шарит. Забрал все ее соки. Выиграл. А, я, кстати, одно заклинание заюзал сюда, да? Мог бы два заявить. Ну ладно, там остальные заклинания не такие сильные были. Так, начинаем воровать. Начинаем воровать. Дважды заклинания применяют к себе. А что если я вот несколько таких сделаю? А? Как вам идея? Я просто несколько таких триплетов сделал. Ладно, наверное, это жирненько было бы. Было бы жирновато. 5-7 тоже бери. Вот эту думаешь брать? Мне кажется, маловато. У меня заклинание останется. Раз, два, три. Три заклинания останется. Это жадно на видос топ. Фигня, говорите, фигня. Ладно, мне кажется, не фигня. Мне кажется, вы просто завидуете.
Я вот это вот продаю. Не благодари, это ты сейчас на меня на стриме смотришь, да? Раскапываем нагу. Плюс заклинаха. Да, попробуем еще одну раскопать такую. Мне кажется, это клевый экспириенс. Ой, ну вот это вот крутая штука. Ладно, давай так сделаем. Так будет намного лучше. Так. 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 Ох, не успел одну заюзать. Ну, сейчас, конечно, пройдет пробаф. С монеткой тоже бафы. Да, я понял. О-о-о! Ну ты погляди, что будет сейчас. Ты прям плохо играешь. Обалдеть. Он же мне сейчас даст этих трешечек. Миллиард. И с вот этими вот девочками доволен у меня... Результатом? Или я вообще супер доволен результатом. Это что, наги реально имба? Только не со шарой. Страшно. Так, получается, кого мы продаем? Кого мы продаем? Ладно, давай кочерышку продадим. Закинемся просто заклинаниями. Я понимаю, чат, я понимаю то, что это жадно. Вот так вот играть. Я понимаю, я реально понимаю. Но мне так хочется через это сыграть. Ухо-хо-хо. Взять яд или сделать гигачада? Я могу просто гигачада сделать. Яд, наверное, лучше. 2-2 фигня. Учитывая, что у него будет миллиард-миллиард. Но это уже здоровое, да? Поэтому мы сделаем... Вот так вот. Сделаем вот так вот. Сделаем вот так вот. Она запомнит. Да, мы сделаем еще вот так вот. Бабл закинем. Закинем еще ей атаку. И вот сюда вот закинем вот так вот. И этот чувак у нас будет 60 с хреном. Но первые должны быть с баблами, поэтому давай у нас первым пойдет бабка. А потом ребятами мы поговорим, конечно. Три раза проюзать. Главное сейчас не умереть, это шары. Все, это победа. У меня сейчас еще триплет этой будет девки. Она будет дважды-дважды. То есть они будут на себя 4 раза заклинания использовать. Ты представляешь? 4 раза заклинания будут использовать. Еще и баблерши будут. Триплетом. Наворовал. У меня сейчас... Я сейчас сознание потеряю, серьезно тебе говорю. Я вор. Так. По-хорошему бы гигачада продать, если честно, в таком случае. У меня мало заклинаний. Для того, чтобы разбафывать гигачада. Давай возьмем вот так вот. Вместо гигачада берем вот эту вот штуку. Ну, как-то так распетлялся. Ну, взрывов волн, конечно, было полно. О, триплет! Это мне? Это мне вкусно! Играть через гигачада настолько же неудобно, как если бы я тебе дал в руки дрель и сказал, гвозди им забивай. Вроде как можно, да, но... Такое, да? Ладно, давай доп бэбл. Давай эту триплетом сюда запихиваем. По моим
Это сюда запихиваем. Триплет бабки. Это нам не надо. Ты, конечно, клевый чувак. Вопрос. Ух, я могу еще эту взять. Но это супер жирно. А если это не жирно? А если не жирно? Раз, два. Но у меня два заклинания осталось. Не, ладно, это слишком жирно уже. Давай вот этого возьмем. Ладно, надо вот этого брать. Объективно надо этого брать. По-хорошему, наверное, можно было бы продать, взять вот это вот все как бы туда-сюда, да? Просто этот будет сохранять на себя дважды вот эти вот штуки. И этот прикольный чувак. Она будет здоровая. Ну чё, в принципе, как-то так, наверное, да? Как-то так. Четыре раза использует к себе плюс 2-2. Четыре раза к себе 2-2, это сколько? Обалдеть. 14 на 4, да, 14 на 4. 96, да. Нормально. Ну что, давай посмотрим на твою армию, братан. Какой у тебя интересный сборка. О, это чепуха какая-то. Давай, уходи, давай. На пенсию, дед. Дед, на пенсию, слышишь? У тебя там писюльки, тебе там нужно собирать. Там вот это вот все. Давай, давай свои вот эти вот. Забирай там документики, там чеши. Тебя там в пансионате волосатая ромашка ждут, братан. Давай, давай. Наберешь, цифры знаешь. Будь здоров, дед. Будь здоров, дед. Будь здоров. Я не знаю, имеет ли мне смысл вообще еще что-то собирать. По-хорошему, ну... Так, а сколько были статы у этого? Апать таверну. Я не знаю, ну я апну таверну. У меня будет пятая таверна. Ну и что, все равно катка сейчас будет за два хода заканчиваться. Я думаю, выгоднее мне попытаться сделать какую-нибудь дичь, а-ля найти триплет вот этого. Хотя, с другой стороны, я могу триплет этой найти, да? Ладно, три монетки можно потратить. Ладно, в любом случае ничего не вышло. Ну, четыре заклинания, это, конечно, прикольно. Это прикольно. Я могу прямо сейчас продать, дать бабл вот этому. И наверняка с большей вероятностью выиграть. Мне кажется, это выгоднее будет сейчас, чем просто тушка плюс 44... Ой, плюс 7 на 4, это сколько? 36, да? 28. 28. Да, я думаю, выгоднее будет сейчас продать вот эту вот штуку. Поставить сюда. Минутно. Я буду сильнее. Плюс она забаблишь-то. Сюда баблю. Куда мне баблить? А, надо было здоровяка. Ну да, да, надо было здоровяка. Отлично, отлично. Моментом. О, смотри, он увидел мою гигантскую стратегию и подумал, блин, чувак, гений, сворую у него стратегию, но поздно, я своровал все, что у тебя было. Я сворую у тебя собаку, когда ты уснешь, братан, и мы с ней будем такие вещи делать. Гулять. Давай, наберешь, будь здоров. Я вор. Да, надо было сюда бабл давать, надо было сюда давать бабл. Видите, у меня до сих пор плюс 3 создают. Я не играл с того момента, как рейтинг сбросили. Первая катка. И тут же на YouTube. Король рандома вернулся. Вот так вот.